На самом деле национальная идея России есть, и она не менялась на протяжении веков, вне зависимости от социального строя. Это идея справедливости. Это наглядно показала революция 17-го года, когда большевики подняли идею социальной справедливости и вообще справедливости на щит, они в итоге выиграли гражданскую войну. Конечно, им помогали, конечно, различные ситуации, талантливые политики, все это было. Но если бы то, что большевики предлагали народу, не соответствовало его исконному пониманию того, что важно, ничего бы у них не получилось. Поэтому справедливость – это и есть наша национальная идея.